Предатель проклятый, предатель, понимаешь, предатель! Пошел вон! А что вы там делаете? И кто еще предатель? Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, ЖК и Игорь, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать выяснять, кто же лучший майнкрафтер на всем Ютубе. Эй, да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вашим лайкам выходит это видео. Да, ребята, всем привет, надеюсь, в этот раз вы тоже поддержите этот видосик лайками. Чем больше видосиков, тем больше видосиков. Это и лайков, да. Чем больше видосиков, ну ты дебил, я могу так сказать, ну ты дебил. В наши дни бывает то, что геймеры не могут позволить себе мощные компы, которые бы тянули все игровые новинки. Но специально для таких существует крутая облачная игровая платформа PlayGee. Играй в GTA 5, Doom, PUBG, Call of Duty, новый Assassin's Creed, Far Cry и многие другие игры без лагов. Поэтому слабый компьютер не проблема. С PlayGee тебе не нужно покупать дорогущий ПК, так как в любые игры ты сможешь поиграть именно тут. Ссылочка в описании. В общем, да, ставьте видосики, ставьте лайкусики на этот видос. В общем, много лайков, много серий и много выяснений. Кто же лучше, пацаны, кто же лучше, а? Давайте я выясним. Я лучше. Да, мы все самые топовые, мы втроем самые топовые, мои. Я все же пытаюсь выяснить, кто вообще, кто сможет пройти все челленджи, а? Поехали, пацаны, поехали. Так, прошу не читерить, если кто-то сдох, сразу нажимает респаун. Да, бей, да, договорились. Да, и такая просьба, давайте не толкаться и не бить друг друга. Хорошо, спасибо, нет, спасибо. Так не, собака! Да не вылезти! Да я не толкаю, я просто пошутил, Эдисон, я просто пошутил вообще. Я больше так не буду, ты что? Я вообще самый... Да не! Что это такое? В смысле? Жека, тебе дали коины? Нет. Подождите, а что это было? Дизастер! Дизастеры были! Так, не нужно дизастер. А у меня один коин, пацаны, и у Игоря тоже. А я не понял, подождите, стоп, можно вопросик? А в чем смысл состоял? Челлендж был забраться внутрь какого-то здания, чтобы тебя не подбросило вверх. Вы что за лаги? Мы все втроем сдохли, а... Нет, давай начнем с того, что мы с Игорем сдохли по-другому, не так, как ты, поэтому все нормально. А ну-ка, давай, расскажи, А вот это уже профессиональный секрет, это уже, да, это никому не буду рассказывать. Говорит, не читерить, все ясно, читы, подожди. Да не читерил я, Игорь, я читерил? Не было такого. Конечно, я здесь вообще... Паинька, деточка. Да пошел ты в сраку! Да пойди ты в сраку! Блокштор, пацаны! Нужно бежать. Это нужно просто бегать, не останавливаться, потому что если будешь стоять, ты умрешь. Понимаешь? Ладно, я буду. Короче, я все продумал. Типа, надо бегать по тем местам, где не бегает Джека, господи! А что это такое? Подожди, Игорь умер? Да! Да! Не нужно было останавливаться, Игорь, за тобой блоки падали, понимаешь? А я думал, типа, я просто думаю, назад побегу и все нормально будет. Так у нас не работает. Так. Обвалился потолок. У меня два коина, пацаны, если что. У меня один. У меня два. Да? Ну, один. В смысле? А, не. А, да. Или нет? Или да? Да не, у меня один. Привет, дебил! Отстань! У нас своя атмосфера, Эдисон. Я ходишь в хату и... Не надо ко мне в хату! Зомби, пацаны, зомби! Закрывай дверь, я знаю, что делать! Открывай дверь! Не надо, пожалуйста! Игорь, открывай дверь! Игорь, да пошел ты в сраку, ты не... НЕЕЕТ! Пацаны, у нас предатели, паскуда, зараза, собаки! Предатели! Вот паскуда, так, я тебя, зараза, убивать вечно буду сейчас, Жека. Тебе жопа, понимаешь, жопа. Я тебе жить не дам. Да, всех по два коина. Я тебе жить не дам, Жека, все. А что опять этот бич? Бич. Вы там берите, да, дебилы. Пошел в жопу. Давай. Спасибо, что подтолкнул. Да не за что. Бомба! Да пошел ты в сраку! Как ты
выжил? Как ты выжил? Игорь! Это у меня рванул, пукан. У тебя пукан рванул. Да ничего страшного, ничего страшного. Все выжили, понимаешь? Все выжили, заразы. Крутые парни не смотрят на взрыв. Я его даже не видел, поэтому да. Да, ну я уже думаю, не прогрузил. Это что такое было? Это что-то было страшно. Убегаем, убегаем, просто убегаем, понимаете? Убегаем. Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ту. Ты меня, честно я тебе скажу, вот задолбал меня, понимаешь? Задолбал меня. Это все прекрасно, это прекрасно. Тандершторм, Тандершторм, пацаны! Это Тандершторм, Тандершторм! Это что? А, понятно. Понятно. Тандершторм! Пацаны! Меня бьют, меня бьют, меня бьют! Помогите! Я ничего не делал, почему только меня бьют? Так, мне кажется, то, что я стою на электрических рельсах, это опасно. Не-не-не-не, в Майнкрафт не настолько крутая физика. Меня сейчас толком... Да заколебали! То в смысле два раза меня стукнуло, почему меня бьют? У меня хата горит, пацан... Ой! Ой, ой! Почему Жеку ни разу еще не стукнули? Два раза стукнуло. Меня уже три раза стукнуло, помогите! Меня уже пять раз стукнуло! Как ты еще жив? А ну сдохни. Так, рельсы, рельсы, рельсы. Рельсы, рельсы. Ударьте Жеку, чтобы он оттуда упал. Я уже два раза по мне били, все хватит, по мне бить не надо. По мне больше раз били. У меня не регенится. Да хватит! Два раза! Да! Почему по мне два раза сразу попало? Что за несправедливость, пацаны? Это чисто рандомно, как вы хаваете нормально? Ху! Все задачи, все задачи. У меня осталось три сердечка. У меня также три. Так, ну что, давай дальше. Да. Поехали. У всех по четыре, да, сейчас? У всех по четыре, да. Если ты меня не столкнул, тогда когда зомби-апокалипсис был, у меня пять было. А мы до десяти, да, играем? Если ты не читерил, не читерил первый раз. Я не читерил! Мы до десяти играем, да? Ну, наверное. Да, где-то так, наверное. А почему хата горит? Вроде ничего не началось, а хата горит. Это нормально, это нормально. Это нормально. Куда ты от меня побежал? Блэксторм! Блэксторм! Пацаны, Блэксторм! Убегайте, убегайте! А если я в домик спрячусь, они меня тоже ударят? Я не знаю, не, мне кажется, нет. Мне кажется, нет, давай, прячься. Если в домик, мне кажется... Туру-туру! Я в тупик бегу, пацаны, мне очень печально. Мне тоже очень печально. Жалко Игоря, жалко. Жалко Игоря, да. Пацаны, мне тоже очень печально. Не, там не тупик, все нормально, я в порядке. Да, ты молодец, хорошо. Я думал, тут тупик будет. Не-не-не-не-не, там все нормально, Игорь, там все нормально, переживай. Ты там точно не умрешь, мне кажется. Что-то мы прям вровень идем, вровень. Прям, да, все 5-5-5. Это пока лавовой волны не было. Когда будет лавовая волна, тогда все умрут. Поэтому не переживайте. Так. Здесь мапа из хаос. Здесь мапа из хаоса. Все, бежим, бежим, бежим. Хаос, хаос, просто хаос, пацаны, хаос, 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 хаос! Я доктор Хаус, вас пошел слушаю. Вон, пошел вон, пошел вон. А где Игорь? Где Игорь? Где его? Игорь спрятался. Жека, прячемся, прячемся, мы вместе должны держаться. И Жека, зомби, сейчас зомби будут на нас, а ты мне ничего не сносишь, поэтому я не вижу смысла бить. Да сейчас начну сносить, подожди. Хорошо. Сейчас, как сейчас поменять дификалти? Не надо, карта залагает. Давай, иди сюда, моя сладкая, давай, драться, я, давай. Вы понимаете, давай. Я смотрю на дом, и там... Предатель! Да, я его убил! Давай, нормально, спавай, давай. Да, давайте мы биться хотя бы не будем, потому что это чересчур зашквар. Я самый силач. Нет, толкаться можно, но биться нет. Жека предатель! А чё прикольно, у нас тут уже не челлендж, а кто быстрее друг друга закосячит, и всё, охренеть. А ты убегай, ты убегай! Ага, чтоб меня там зомби завалили, да? Да. Да не, спасибо. Я отсюда! Да давай нахрен! Я предлагаю забанить этого предателя, честное слово. Эдди Сэнда, убери его, он нечестно играет по правилам. Жека, успокойся, честное слово. Ну, жесть. А что за флут? Что за флут? Флут. Сейчас тебе спамить будут в чат. Флут, спам, понимаешь? Отстань, бибил! Бибил. Что ты меня бьет? Не надо, я. Бибил! Я сдаюсь, я сдаюсь. Все, Игорь, я сдаюсь. Да ты можешь меня не бить, но ёханый бабай! А вы могли сказать, что такое флут хотя бы? А я думаю, что Игорь за это не падает. Это потоп, Игорь, это потоп. Я тайник нашел. Тайник нашел? Отлично. Ты там и оставайся. Да. Туру-туру-ту-ту-ту. Вот Эдисон, ты адекватный, я пойду. Я адекватный. Не то, чтобы вот этот предатель. Я его больше никогда с ним не буду записывать.
Вообще ужасный чувак. Ой, вайп, это волна, волна, ёх и бабай. А что это такие, я в доме. Это волна, пацаны. Эй, Александр, вылазь ко мне. Это как флут или это как не флут? Нет, это как волна. Это как вода, только да, и еще больше воды, еще меньше воды. А что происходит? А все, был потоп и все, больше нету потопа. Хорошо. Логично. Уже 8 получается или 9? Да, нужно его закосячить просто, понимаешь, ударами своими. А у тебя Александр сколько? У меня 7. Если, меня два, если бы ты меня два раза не убил, предатель. Так, пойдем убивать его, Эдисон. Отстаньте от меня. Давай, Эдисон, нам нужно его убить, чтобы было все равно. Пацаны, на кнопочку не забудьте нажать. Да, хорошо. Обязательно. Давай. Иди сюда, предатель. Пошли в сраку. Предатель проклятый, предатель, понимаешь, предатель. Пошел вон. А что вы там делаете? И кто еще предатель? Смотри, он тебе сказал бить меня, да? А сам убежал. А зачем вы вниз спустились? Там дела начала появляться. Ты же понимаешь? Я за Джека бежал просто. Понимаешь, какой он предатель, да? Он сказал бить меня, а сам убежал. Кстати, самое главное, что у нас у всех по 8. У меня 9. В смысле? Супчик. Подожди, а ты сейчас умер по последнем челлендже? Нет, не засчитали балл, но Эдис же не понял, а как так у Эдис? Ну так потому что умер Жека, а Жека нажал респаун, потом умер Игорь нажал на респаун, и мне типа 2 коина за 2 дали. Бля. Как я понимаю, это так у нас работает. Понял, короче, он предатель, реально. Да, ну, Жека предатель. Нет, Джека предатель! В смысле, я предатель, Эдисон предатель! Ну хорошо, давайте драться! Давай! А чё вы там не остались? А вот тут? Так мы за тобой. А все, пацаны, у меня 10 коинов! Спасибо всем за просмотр! А в общем, да. Ну хорошо, так уж и быть. Я предлагаю последний челлендж. Сколько у вас коинов? У меня 9. А у Жеки? Ну, в любом случае, я не проиграю, поэтому короче, сейчас мы можем сделать на ничью, Жек. На ничью, убиваем Эдисона. Не надо ничью. Пожалуйста, не надо ничего, успокойтесь. Игорь, ты, я надеюсь, ты не предатель. Нет, я не предатель. Нет, Игорь как раз таки предатель. Да не надо меня бить! Ну все, вали его, давай. Ой, ну все, наехал. Жека предатель, не Игорь, Жека, я же сказал, Жека конченый предатель. Жека, да, Жека предатель, отстаньте от меня. На меня наехал еще, говнюк. Пацаны, не надо за мной бегать, я вас очень прошу, ну не надо за мной бегать, ну я не предатель как раз таки. Ой, Тинти летит! Ой, у меня что-то как-то мало хп стало. Ой. Пацаны, я Жека, беги! Жека, беги! Бегите! Надо за мной бежать! Нет! Только не за мной! Только не надо за мной бежать! Давай! Так, это был не считается. Это не считается. Так, один скольм. Еще один. Нет, в общем, на этом я предлагаю уже закончить, пацаны. Я сражаюсь с предателями. Давай, и больше с ними не буду. Так нечестно. Давайте, вы подтверкаете, пацаны. Надо подтверкать. А мне надо сказать то, что если будет много лайков, то мы запишем еще одну такую. Крипербар! Куда меня ты пехнула? Где я? Поехали, пацаны. Твою мать, ты что-то... Спасибо, ребят, всем за просмотр, ставьте лайки. Будет много лайков, будет много серий. Спасибо, удачи, всем пока.